я считаю, что прекрасно, если мы если войдем еще вот к ним тоже, примкнем, Китай, это Индия, это прекрасно, там все трудяги, работяги живут. Это люди ближе мне по духу, то есть они какие-то все работящие. В БРИКС было две главных идеи: создать систему расчетов, то есть для друг с другом, и создать банк развития совместный. Ну, по-моему, к сожалению, все-таки обе эти идеи трудно реализуемые, а во многом даже и мертворожденные. Когда отношения с Западом находятся в таком стратегическом противостоянии, очень важно участие России в подобных проектах. Это есть некоторая заявка на будущее, которая может иметь хорошие перспективы. Аббревиатура БРИКС объединяет слишком разные страны. Ну что общего между нами и Бразилией? Ну, кроме того, что, может, девушки красивые и у нас, и у них. Слишком большие географические расстояния, слишком разные проблемы у нас у всех. Это некий ученый придумал термин, который объединяет вот такие вот быстро развивающиеся экономики. Если мы посмотрим, кто активно настаивает на создание банка БРИКС, это прежде всего Китай. Это будет могучий банк, это будет мощная империя, это будет великое время. Банк развития, туда никто денег просто не хочет давать, кроме Китая. Но Китай и так соглашался финансировать многие проекты во всех этих странах, а в том числе и при этом еще очень много в других странах. Оказывается, экономические системы будут зависеть от устойчивости китайской экономики. И мы будем в прямом смысле молиться на то, чтобы китайская экономика не завалилась.